Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит, у нас сегодня 28 декабря, как всегда, на трансляции на Твиче, друзья, в 3 часа ночи записываем рубрику «Чё почём», смотрим, что выходит в магазин, и главный вопрос сегодняшнего дня у людей из чата, это останутся ли футболистки на следующий день. Давайте смотреть. Погнали. Начинаем с Сейсоу. Опять эта эмоция, уже она была у нас не столь давно, да, и вышла она, в принципе, только в 4 сезоне, поэтому, ну, лично по мне... Нормально. Блин, ну как все эмоции с авторскими правами, в целом ничего, но не заюзать. Нормуль. Ну, мне не заюзать, да, поэтому я ее не покупаю. Нет смысла. Дальше Сирена. Ну, блин, Сирена только что, не столь давно, опять-таки, выходила в паке киберспортивном, и куча людей ее купила за хорошие деньги, включая меня. Я купил ее тогда, по-моему, за 500 или за сколько-то там, что-то баксов, прям вообще за копейки. Вместе, что там у него, не помню даже, что там в комплекте было, по-моему, с оберткой. И меня такая цена полностью устраивала. То есть, в целом, скин нормальный, мне больше нравится второй стиль, знаю, вам больше нравится первый стиль, в основном вы бегаете с ним. Бэкпэк, ну, по большому счету, бесполезный. А скинчик нормуль. Дальше у нас это волк. Волк мне не нравится, и, да, мне кажется, если бы он был за те деньги, что можно было купить эту... Как его зовут, господи, все, я забываю, Сирену, я бы, наверное, его не купил за это. Волк мне вообще не заходит. И бэкпэк тоже еще больше, тоже максимально никуда. Подручные средства кирочки за 800, считаю, дорого. Не должны они столько стоить. И волчьи клыки за 500. Тут цена нормальная, но они просто простоваты, неинтересны. Такое себе. Угу. Едем... А, это повторный пак, я его уже видел. Я думал, еще один пак, что ли, закинули. Совсем балдели. Это же этот паршивый пак, который... Это, по-моему, первый пак, который я не купил. Да. Это, по-моему, первое, что я не купил, друзья. 2800 он стоит. Почему не купил? Максимально не бесполезный скин. Это капитан команды роботов. Максимально бесполезный, неиграбельный лично для меня. Это архетип, который тоже я не покупал стандартный, но он мне особо не заходит. И это ночной стрелок, который тоже мне особо не заходит. И три здоровых, ну ладно, два здоровых бэкпэка и один средней паршивости, но он довольно большой тоже, я бы его тоже не юзал. То есть скины, которые мне абсолютно не интересны, это, если не ошибаюсь, первый пак, который я реально не купил. Не нравится мне, вообще не вижу смысла покупать конкретно для себя. Если кому-то нравится, я знаю, кто-то там мишку этого любит и кто-то в нем гоняет. Но я не знаю, как вы это делаете, с учетом, что рука прицел закрывает. Но... Тут, как всегда, на любителя мне не нравится. Абсолютно. И по отдельности, по 1500, все это, ребят. Кирочки у меня есть обычные, не покупал. Кирки нормуль, но у меня есть цветные обычные. Пацанчик 1500, архетип. Вот это хорошо за 500. Вот к этому претензий 0. Для 500 отлично. Ну вот, вы поняли. Если бы они в этот пак еще докинули вот эти вот, вот это все, да, что там они, вот эти кирки и вот эти кирки, ну, может быть, тогда я бы еще подумал. А так... Просто сравните, ребят, вот этот пак, и пак, который у нас ледяной, за 2500. Сколько там всего дают и сколько здесь дают. Поэтому для меня лично этот пак явно хуже. Такое. Дальше идем. Дальше у нас разрушитель за 2000 V-баксов. Нормуль скинчик с двумя стилями. Никого в нем не вижу и сам забываю в нем играть. Вот примерно так это выглядит. А скин выглядит эпично. И бэкпэк с двумя стилями. Точно так же два цвета. Это грань, которую мне либо подарили, либо я купил случайно. Не помню точно. Мне не особо она заходит. Честно говоря, мне не нравится ее капюшон. Довольно громоздкий. А так в целом обычный скин. Ну, ничего интересного. Тут весь смысл в капюшоне, а он мне не заходит. Вот в целом и все. Бэкпэк тоже довольно здоровый. Кайфовая обертка, строчная развертка. Отличная обертка. Ничего плохого про нее сказать не могу. Отличная. Как будто оружие не прогрузилось, выглядит круто. Непонятная для меня эмоция. Прикола ее я не понимаю. Сложные вычисления. Твист. Твист хорошо. Твист классный. И убойнейшая посидим.
Это, конечно, топчик. Посидим, это очень хорошо. Новый год закончился. Ребят, у нас осталась только эмоция «Поем хором», минус футболистки. Ну, тут я не особо удивлен. У нас минус абсолютно все новогодние скины. Абсолютно все. Вообще ничего нет. Магазин, ну, вот Мастер Чиф остался. Он у нас, видимо, надолго. А остальное все минус. Все просто ушло. Обалдеть. А что такой магазин маленький? Где скины? Где выбор? Ё-моё. Ну, для тех ребят, кто собирался закупиться сегодня кирочкой, там, этим, кайлосия купить, печенюху или девак за 800, вот искренне сочувствую, ребят, все ушло нафиг. Я не знаю, будет еще это или нет, но этого, сейчас этого нет. Тег автор, друзья, не забываем, SPT083, если вам что-то понравилось, или просто проверяйте, чтобы у вас тег автора стоял, потому что он раз в две недели слетает, пожалуйста, проверьте, чтобы здесь было написано у вас SPT083, это мой тег автор, это огромная поддержка для меня. Друзья, сирена, в первом стиле показываю, потому что вам первый стиль больше нравится, бэкпэк надел, хотя не понимаю, кто его будет, ну, блин, я не вижу с ним, чтобы бегали, ну, вдруг, вниз, вверх, ну, этот скин, я думаю, вы прекрасно знаете. И, конечно, пореже я вижу, чем добычица, но все равно вижу. Обертка. Топчик. Кирочка. Тоже топчик. Давайте спереди. Топчик. Угу. По эмоциям. Твист. Сложные вычисления. И она у меня, по идее, должна быть. А, я посидим заменил, по-моему, на кресло-качалку. Да, и посидим. Я заменил посидил на кресло-качалку, конечно, оно получше. Но посидим такая, более спокойная. И вчерашние новости. Посмотрели, спасибо большое за вчерашние новости. Друзья, вам за просмотр также огромное спасибо. Жду вас всех на трансляции в какой там у нас день недели уже. В понедельник, последние дни у нас, ребят, этого года. Всех вас жду. 21:30 на Твиче, как всегда. Ссылку на Твич в описании найдете. За просмотр огромное вам спасибо, друзья. И не забывайте ставить лайкос, подписываться на канал. Пока.